В городе Новочебоксарск проходит всероссийское соревнование по современному пятиборью в формате троеборья. Соревнование состоялось в спортивном комплексе на базе спортивной школы номер 3 Минспорта Чувашии. На торжественном открытии присутствовали глава Чувашии Михаил Игнатьев, президент Федерации современного пятиборья Алексей Мурыгин, министр физической культуры и спорта Михаил Богоратов, министр здравоохранения Владимир Викторов, а также глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова. Михаил Васильевич отметил, что проводить мероприятие такого масштаба для Чувашии большая честь. Мы на самом деле за последние два с половиной года очень сильно подтянулись по данному виду спорта, но резерва достаточно, потому что занимающихся еще меньше. Нам надо взращивать этих спортсменов. Тут же нужна и характер, и сила воли, и энергия для того, чтобы в этой конкурентной среде стать победителем. Плавание, бег, стрельба, фехтование и конный спорт – пять категорий современного пятиборья, ранее составлявшие базовый комплекс подготовки военных офицеров, сейчас является олимпийским видом спорта. Борьба с участием более 100 атлетов была нешуточной, ведь для победы здесь необходима огромная сила воли, выносливость и целенаправленность. Вырастить чемпионов – неимоверный труд. Об этом не понаслышке знает тренер из Владивостока Андрей Юдин, привезший спортсменов на троеборье. Мы хотим показать достойный результат для нашей сборной команды. Будем готовиться. Это у нас отборочное соревнование. В 2020 году будет спартакиада учащихся. И мы готовим нашу сборную команду к участию в этих соревнованиях. Троеборье – это лишь одно из крупных соревнований, проводимых в Чувашии в ближайшую неделю. В скором времени двери спорткомплекса спортивной школы номер 3 вновь откроются для атлетов. Но уже в категории четырехборья среди юношей и девушек 17-18 лет, где участники будут соревноваться в плавании, в беге, в стрельбе из лазерного пистолета и в фехтовании. Всем участникам желаем удачи и больших побед. Татьяна Козлова, Степан Гурьянов, «Жизнь столицы».